кошки оказалось тоже. Когда мне позвонили, я не знал до конца этой проблемы. Владимир Михайлович, я вам хочу сказать спасибо, что вы пришли, и вы пришли, потому что обычно никто не приходит. Понимаете, я считаю, что это уже какой-то шаг, потому что вы знали, что куда вы идете, что вас будут здесь терзать. Потому что вы все равно представители власти. Власть глухая, слепая, это так всегда. Очень редко, когда есть чиновники, которые, и то, грубо говоря, очень быстро они начинают глухеть, потому что, да, видимо, та система коррупционная, ну, невозможно ничего сделать, она так устроена. Но я так понимаю, что мы здесь собрались для того, чтобы решить проблему, или хотя бы попытаться решить проблему с кошками, в данном случае сейчас. С общественным советом я уж не знаю, как Леня, но мы еще собрались здесь, мы все артисты и деятели культуры, для того, чтобы призвать своих поклонников. Вы говорите, что мало жителей, я не верю в это, что просто они, видимо, знаете как, не до конца знают этой проблемы.